is. А, Эйвл. Азар. Его же... Тебе спокойнее? Спокойнее. С нами стал торговать Ардмель. Их мед привлечет самых разборчиков. Мед так драгоценен. Как жидкое золото. А, теперь мы можем... У нас краски нужны для татуировки. И у нас. Но ткань. Хочешь заключить удачную сделку? Все на сегодня. Тут тебе всегда рады. Здравствуй, Эйвор. Благодаря тебе у нас есть самоцветы и слоновая кость из Порт-Аули. Ты хоть чего-то не можешь? Очень многого. Что-то трудно в это поверить. Торговля — упоительный танец. Может, достаточно? До встречи, Эйвор. А, Эйвор. Больше сделок, больше. Вот и все. Жду твоего возвращения. Хочешь выпить с лучшим? Скрестим? Выпей до дна быстрее меня. Хочешь сделать ста? Значит... А! У меня луженая глотка, и я хочу петь!
Прошу, не стесняйся. Может, подобрать тебе что-то еще? Покажи-ка, что у тебя тут продается. Я точно показал тебе все товары? Мне пора. Увидимся. Для тебя одно дело, но может стать жарко. Интересует? Твоя цель отлично умеет убивать, но ты, полагаю, умеешь это еще лучше. Весь наш товар проверен временем и одобрен Редой. Мне пора в путь. Прощай. До встречи. Пока.
Смотри, Сюнин. Thank you.
Si nos citas. Здравствуй. Такого у меня много. Мудрый выбор. На этом все? Еще увидимся. Многие зе... На этом пока закончим. Тут тебе всегда рад. Барретт, дар для Флана уже на пути в Мида. Хорошо, я как раз собирался ехать на коронацию, но тут возникли затруднения. Какие? Барретт Флана Киара доставила сюда его приглашение, а теперь куда-то запропастилась. Думаешь, она в беде? Нет, скорее где-то развлекается. Полагаю, на рынках Дублина. Ее надо найти. Придворный Барретт довольно важная фигура. Без нее никакую коронацию даже не начнут. Я этим займусь. Где будешь ты? У ворот Дублина. Я приготовлю коней. Хватит завывать! Пожалей наши уши и заткнись! Ладно, баланты эдакий. Все вы одинаковы. Хватай суку! Эй,
певчие птицы и петь нельзя? Дерьмо. Будто данные тугоухие что-то смыслят в песнях. Тебя Киарой звать? Держи ее! Вот так диво. Неужто еще одна беда меня нашла? Прости, но она пойдет со мной. Нет, нет, нет! Пусть ответит за оскорбление! Иначе никак. Будешь должна. Сдохни! Похоже, наша рифмоплетка притомилась. Поднимайся, птичка. Малин, почему вокруг все так вертится? Холодная вода. Еще зачем? Чтобы прогнать хмель. Не думай, будто я потащу тебя в Тару на своей шее. В Тару? Постой, ты кто? Меня отправил за тобой Барит. Он ждет нас у конюшен. А, посланник. Скажи, сколько серебра нужно, чтобы Барит не узнал об этой потасовке?
А то в следующий раз, когда буду в Дублине, приставят кого-нибудь из стражи. Знаешь, Барит иногда такой чувствительный. Знаю. Барит мой близкий родич. Думаю, язык навлек на меня сегодня достаточно бед. Меньше им болтай. Мне помогает. Идем. Барит о тебе не рассказывал. Как тебя зовут? Эйвор. Я родом из Норвегии, а теперь живу в Англии вместе с кланом. Целый клан? Таких же драчунов, как ты? Благодаря моей драчливости ты все еще дышишь, Барт. Верно. Барит! Я уже начал волноваться. Все в порядке? Нас задержали. Эй, к чему убиваться по пустякам? Вперед, в Тару! А то опоздаем на коронацию. Как скажешь. Ожидала встретить твою родню, Барри. Эйвор говорит, что прибыл из Англии. Да, он помогает обустроить в Дублине торговлю, добыть ценные товары из далеких стран. Со временем Дублин станет центром торговли в Ирландии и принесет выгоду всем королевствам. Будущий верховный король будет рад. Надеюсь, Флан будет видеть в нас не только выгодных союзников, но и друзей. Тут ты не одинок. Дружба с Барридом может принести много пользы. Не стоит твоему королю об этом забывать. Похоже, Эйвор не осведомлен о нашей истории, Барит. Мы надеялись побеседовать с Фланом. Я желаю укрепить связи между нами. Сумеешь помочь? Быть может. Посмотрим, как пойдет дело. Роскошно, правда? Серебра явно не пожалели. Госпожа, один из священников куда-то пропал, а в его шатре все вверх дном. Я боюсь, что случилось нечто ужасное. Пропал? Это точно? Может, это пустяки, а может, беда. Где Флан? Он еще не прибыл. Значит, время есть. Киара, делай вид, что ничего не случилось. Мы с Барридом во всем разберемся. Где шатер? На холме, слева. Будь осторожен. Борьба. Не хватало только какой-нибудь беды в канун коронации. Смотри в оба и будь рядом. Мы еще не знаем, что стряслось. Тут случилась беда. Узнаем, куда приведет кровь. Thank you.
Дальше крови нет, но есть след телеги. Вся эта история плохо кончится. Боюсь, что так, Барит. И в такой важный день коронация Фланна, возможно, будет омрачена. Вон. Впереди телега. Ну, что скажешь? Священника похитили и отняли одежду. Думаю, чтобы выдать себя за него. Зачем им? Скоро узнаем. Здесь лучше не шуметь. Смотри, один из них ходит священником. Делай, как я. Что-то стряслось? Их прислали убить Флана. Подписи в письме нет. Ты же их нанял. Идем. Нужно рассказать обо всем Киаре. Да, вперед. Должен заметить, Эйвор, ты великолепно держался. Тебе такое явно не в новинку. Ты сам тоже молодец. Да, мы предотвратили убийство короля. Знать бы только, кто за этим стоит. По-твоему, кто на такое готов? Любой король из северных Уинейлов. Хотя особенно ненавидит Фланна владыки Ульстера.
chiar la scumpele a fost. Какие вести? Священник мертв, как и его убийцы. Разбойники. Взгляни вот. Приказ убить Флана. Разбойник, одетый священником, должен был зарезать его на коронации. Прямо у нас под носом. К чему такой риск? Ведь можно отравить или убить во сне. Яд ненадежен, а смерть во сне никто не увидит. Но ты верно подметила, живым убийца бы не ушел. Он был готов погибнуть. Надо предупредить Флана. Кто-то твердо решил его извести. После коронации. Не хочу, чтобы это его терзало. Пусть насладится триумфом. Приходите потом в его палаты в Дэрроу. Он вас выслушает. Теперь простите, но я должна привести себя в порядок. Идем же, Эйвор. Не так уж сильно я тебя запачкал. Ты мало что знаешь о роли барда при дворе, верно, Эйвор? Просвети меня. Ладно. Ну, чего ты ждешь? Я просила меня оставить. Это и тебя касается. Я вижу здесь немало королей. Весть о коронации Фланна разнеслась повсюду. Идем. Это он? Флан? Да. Что они делают? Аббат Эгон, предводитель христиан в этих землях. Так он благословляет Фланна. И этим подтверждает, что тот готов занять место предшественника. Все это делают перед камнем Фаль, что, как говорят, дарует истинным владыкам долгий век. Это правда? Смотря что считать долгим веком. Как все медленно. А где же еда? Ты все тот же, Эйвор. Раз уж я тут, пусть меня хоть накормят. Flan for edin ichi koke. Oh.
У Фланна будет много новых врагов. Разные династии вечно враждуют. Коль он умен, то будет искать союзников. Крайне умен, но у него горячее сердце. Он желает покорить Север не ради власти, а из жажды крови. По дороге из Дублина Киара что-то говорила о тебе и Флане. О чем была речь? Ты кое-чего не знаешь. Меня короновал Аэт Финдлиад. Он убил отца Фланна, чтобы стать верховным королем. А мать Фланна по обычаю взял в жены. Выходит, тебя тут не любят. Для Фланна Аэт коварный змей, как и все, кого он поддерживал. Заслужить доверие нам будет непросто. Мы только что спасли Флану жизнь. Это уж точно чего-то стоит. Надеюсь. Я сейчас же отправляюсь в Дэру. Приходи, как только сможешь. Нам своя дорога. Мы не